Певица Диана Гурцкая ушла в тень после внезапной смерти любимого мужа. Она перестала общаться с публикой, прессой и даже прекратила участие в семейном проекте «Две звезды. Отцы и дети», где выступала вместе с сыном Константином. Однако руководство программы не оставило исполнительницу и ее наследника без внимания в тяжелый момент, предложив публике не списывать дуэт со счетов и дать возможность людям проголосовать за Диану, если они этого захотят. В номинации «Лучший дуэт» по итогам голосования зрителей победили Гурцкая с сыном. Это дало повод певице выйти на связь с публикой, пожалуй, впервые после ухода Петра Кучеренко. Она не пришла в студию шоу, но записала видеообращение вместе с ребенком, подчеркивая, что забота и обеспокоенность зрителей помогают им пережить горе в семье. «Из-за нашей большой семейной утраты мы не смогли продолжить участие в проекте, но мы чувствовали вашу поддержку даже на расстоянии. Для нас с Костей приятно и важно, что наше выступление оценили телезрители. Мы благодарим за то, что в такой тяжелый момент для нашей семьи вы поддержали нас», – произнесла артистка. Речь Дианы довела многих присутствующих до слез. Со словами благодарности к зрителям обратился и Константин. К слову, о своем состоянии артистка не упомянула. Зато об этом изредка рассказывает ее брат Роберт. По его словам, Диана сейчас очень много времени проводит с матерью Петра. А еще Гурцкая в течение 40 дней каждый день, кроме понедельников, навещала мужа на кладбище. Брат артистки был сильно удивлен, когда узнал из прессы, что сестра якобы уехала в Абхазию. «Но куда она уедет? Оставит кладбище и уедет? Это же Диана!» – возмутился мужчина. Стоит добавить, что нынешний сезон «Две звезды. Отцы и дети» так и не выявил единственного победителя. Финал получился очень эмоциональный и надолго запомнится зрителям. На это все, уважаемые зрители. Что вы думаете про это видео? Пишите свое мнение в комментариях. До скорой встречи!